Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Защита башенок» Tower Conquest. Ну что ж, зайдем в тренировку и посмотрим. Запрос. И все, да, получается? Хорошо. Остальные у меня пока на прокачке. Сразу же зайдем, наверное, в армию и посмотрим. У нас звездочка, а значит... Ага! Фехтовальщик у нас получает 4-ю звезду. Я скажу, что это очень хорошо. Вот таким он у нас становится. И что еще? Ага. Башня Рощи. Это у нас разблокировано. То есть она у нас только появляется. Одна звезда, ладушки и все. Блин, когда же у меня... Ребят, вот здесь вот 4 карточки-то найдется на жрицу, чтобы я смог ее хотя бы до 2 звезд прапать. Очень хочется. Так, в магазине у нас пустота. Ну что, вроде бы разобрались, да? Здесь у нас 9 часов, это на арене, я уже победил. Ну, пока еще там можно, там еще легкие противники. И все там без проблем у меня получается. Ежедневное испытание, я вам сразу скажу, что его не пройти. Я уже сразу вижу, кто здесь. Причем дают мне, знаете кого? Вы посмотрите. Ну вот как вот я таким отрядом, извините меня, смогу противостоять вот этому отряду? Это просто нереально. Поэтому сегодня я... не буду это проходить, а пойдем-ка мы лучше с вами сразу же на сюжетную линию, конечно же. И у нас завод роботов. Ага, погоди-ка, погоди-ка, завод роботов. У нас еще вот здесь вот не пройдено. Хм. Значит, у нас здесь Ронин, Копейщик, Ниндзя, Тигр и Богиня Света. Так, секунду, надо подумать, кого нам выставить. В принципе, вот эта команда хорошо бы пошла. Хорошо бы пошла, но меня немножко смущает Ронин. Кого мы можем выпустить? Ну, предположим, Молотильщика. Нет, скорее всего, нам придется вот эту брать команду. Даже... Короче, пробуем этой командой. Если не получится, перейдем на первую. Давайте так сделаем. Поехали. Там, конечно, да, тяжеловато будет. Ронин, меня смущает только Ронин здесь, и все. Поэтому мне нужно вот, чтобы у меня мечник уже был на изготовке. Так, кого нам сейчас? В принципе, можем... Ты смотри-ка, он просто вышел. Без разбега, удивительно просто как-то, да? Хорошо, тогда мы с вами будем вызывать... наверное... Эй, ху ты, елки-палки, я уже думал, сейчас не бежит. Да что ж такое? А вот так вот, если мы... Вот, хорошо. Слушай, отлично просто-напросто. Давай тогда еще одну богиню. Ой, богиню, елки-палки. Конечно же, мага-воина вызовем. Так, сила голода. Квест у нас завершен. А вот это плохо. Оу, щет! Какого ж лешего-то я тут динамлю-то? Блин, блинский. Так, карточку тигра дай мне. Ну-ка, ведьма, покажи-ка, где раки зимуют. Всяким Ронином тут. Так, давай. Бомбим. Сейчас, ребят, только близко подойдет, я вот так сделаю. Давай. Урон, урон, максимальный урон. Есть! Ну что же, все, в принципе, победа уже за нами. Против ведьмы здесь уже никто ничего не сделает. Поверьте мне, у нее очень офигенный дамаг. И она их будет тут просто рвать. Смотрите, вторая карточка тигра нам достается уже. За один только лишь бой. Это очень хорошо. Все, тут не Ронин, никто не поможет уже. Ух ты, смотри, как копейщик, как это он так пробился-то, а? Молодец, хитрожопый. Но не тут-то было. Ха-ха, все, сейчас базу разнесем. И победа за нами, да, ребят? Отлично, мне понравилось. Мне понравилось, главное, что мы все четко с вами сделали, все четко отработали и переходим вот сюда. Это у нас завод роботов. Ох, сколько сегодня проходить нам придется. Значит, завод роботов. Давайте глянем, кто нас будет здесь поджидать. Ага, БФМ, или как, БФГ. И щитобот. Ну, здесь ничего сложного нету, да, несмотря на то, что здесь 66 уровень, мы 65-й. Мы вполне здесь можем противостоять. Тем более я возьму, знаете, какую команду? Вот эту. Да, я думаю, что это будет оптимально. Поехали. Чего уж тут раскисать-то, да? Щитобот. И у нас, кстати, тоже есть щитобот. Так что мы с вами
На расслабоне будем играть сейчас. Теперь нам нужен как можно быстрее. Это наш паладин. Давай, 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 родной, быстрее. Вот. Ну и все. Дальше, естественно, вызывать будем с вами баллисту. И все, и дело пойдет. Смотрите, просто будем сейчас тут разбомбить всех. Мы еще вот так поможем. Еще и заморозка есть. Вот и все, и делов-то на копейку. Ха! Он думает, что меня возьмет на храпом. Нет, не получится. Дальше мы посмотрим, кто там будет у нас. Это пока начало самое. БФГ и щитобот — это ерунда полная. Слушайте, мне кажется, эта колода будет где толкатель. Вот почему-то так кажется. Могу ошибаться, конечно. Сейчас посмотрим. Так, ладно, ускоряемся. Тут все равно победа за нами. Эй, карточка. Есть, отлично. Давайте посмотрим уж, кто у нас будет во второй схватке. Ага, ну тут, в принципе, ничего страшного. Здесь у нас добавляется молотильщик. Молотильщик. И также мы с вами должны легко пройти. Хотя вот БФГ 68 уровень плюс фулл звезды. Ладно, хорошо. Тут меня спасет только лишь... Да, баллиста. Но при том условии, что если молотильщик не будет погибать и выпускать свою циркуляру. Вот-вот-вот-вот. Вот именно про это я вам говорил. Так, 150, 150, срочно. Так, выходит у меня самурай. Ну и тут мы, конечно... Секунду, секунду. Радоваться пока рано. Мне нужен... Дай-ка сюда, паладин. Вызываем паладина. И еще раз самурая вызовем. И будем уже помогать. Так, нам нужна помощь. Поехали. Разнесли. Так. Ой, как хорошо-то база пробомбила. Теперь вызываем, естественно, баллисту. И все, и можно сказать, 50% победы уже у нас в кармане. Если... Как я вам говорю... Не понял, это... Это что сейчас было? БФГ что-то там бомбанул? Практически на весь экран. Каким-то лазером. Я не знал, что он так может делать, если честно. Вот так вот. Во, опять, видели? Обалдеть. Это, видимо, у него такая возможность есть. При прокачке, тем более. И еще фулл звезды. Тогда да. Опс, да ты посмотри, вот специально что-то делает. Так, давай, паладин, выходи, ты мне нужен. И можно, в принципе, ускоряться, потому что здесь мы уже возле базы. Как говорится, я больше уверен. Тихо, карточки только и деньги забираем. И еще вот так поможем. Так, давай, 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 бомбим, бомбим, ребята, бомбим. Фух, вот она победушка. Но это только, опять же, еще раз повторю, разминка. Самое интересное вот начинается примерно с этого этапа. Или с предпоследнего. Так, смотрим, кто здесь. Ой, ой, напугал меня. Вот этим вот бомбером. Хе. Изи катка, вот что я могу сказать. В бой, конечно же, в бой. А босс тут кто? Опять термин 9000, наверное, будет, да? Я, ребят, конечно, понимаю, что вы в комментариях пишете мне составы, возьми термина. Но поймите одно, он у меня не прокачанный. Смысла нету в нем, когда он, извините меня, там первого или второго уровня. Его просто будут валить. Тут минимальный сейчас уровень, чтобы босс, ну, более-менее держался. Это мало того, что уровень, еще и звезды. Нужны звездочки. Начиная хотя бы от трех. От трех звезд. Тогда, может быть, еще что-то будет. А так, нет, даже и брать не буду. Так, тихо, ребят, тут какая-то заваруха у нас не кислая началась, что-то не могу понять. В чем проблема-то? Так, БФГ тут выделывается. Так, бомбер. Так, баллиста, давай стреляй, пока он тебя не раскрошил. Ну! Отлично, молодец. Опс, опять, опять он выпустил свой этот лазер. И уничтожил мне баллисту, засранец. Так, ага, самурай впал в неистовство, а мы вот так сделаем, оп. А еще и ускорение. Ой, красота-то. Денюжку. Так, ты смотри, вот эти БФГшки, что там вытворяют, а? Жесть какая-то, всех паладинов почти разбомбили. Давай, 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 баллисточка, бомби. Да елки-палки, нет. Да, да, уничтожили. Слушай, да что за фигня такая происходит, ты посмотри. Они просто не дают нам... Так, тихо. Ой, подождите, ребята. Хотел деньги взять. Блин, не успел. Так, давай-ка попробуем вот так сделать.
Совсем, совсем, честно вам скажу, мне это не нравится. Что-то как-то нас прижимает тут капитально. Паладины не успевают ничего сделать. Время 44 секунды. Эти БФГшки. Слушайте, по-моему, здесь мы не сможем справиться. Вот такое вот у меня вот предчувствие, ребят. Так, ладно, здесь... Да ты посмотри, что эти БФГ делают, а? Надо их сносить всех к ядре не фени. А у нас не хватает мощей, понимаете? Они почему-то отскакивают от нас. Мы хотим их бомбить, а они отскакивают. Они наносят урон и отскакивают. И, соответственно, мы вообще ничего не делаем им. Никакого урона не причиняем. Вот тебе и раз. По времени все, ребята, слились. К сожалению, мы слились по времени. Вот так вот. Да, кто бы мог подумать. Ладно. Сейчас мы с вами переиграем, но уже, наверное, я возьму другую команду. Здесь, наверное, нам пригодятся летающие юниты. В этой-то команде у нас нету никого. Ты смотри, да? По времени мы слились и сразу затишье, да? Никто не идет. БФГшки как будто уснули где-то. Вон, вылезла одна все-таки. Вылезла. Сама по себе она вообще ничто. Баллисты ее разносят просто элементарно. Ну вот это я уже давно заметил, что... Знаете, как будто вот лимит кончается по юнитам у врага. И все. И он перестает кого-то вообще вызывать. Так, ладушки, сейчас мы разбомбим здесь и будем переигрывать. Ускоримся. Вот так вот. Потому что, ну, это не дело. Это не дело. Так, кого же нам взять? Мы с вами... Погоди-ка. Мы с вами возьмем... Слушай, а даже вот эти вот должны у нас нормально... Нет. Черт, а что ж тогда брать-то нам? Хм. Хорошо, давай попробуем вот этими ребятами. Попытка не пытка. Тут, конечно, тоже у нас нет летающих юнитов, но все-таки я надеюсь, что прыгун будет перепрыгивать этих щитоботов и валить уже, как говорится, БФГшек. Я на это рассчитываю. А уж как карта ляжет, мы посмотрим с вами. И, пожалуй... Нет, пожалуй, будем пока копить. Копить манну. Теперь вызываем мага-воина. Отлично. Так, карточку отдай. Всадник. Вот, вот это вот хорошо, ребят. Вот это сейчас будет замечательно просто-напросто. Ой, прыгун вышел. Ой, здесь, мне кажется, вообще мы пройдем с вами моментально. Я ускоряюсь. Я ускоряюсь. Потому что я уверен в этом. Да, на 100%. На 100%, ребят. Отлично. Очень хорошо. Двигаемся тогда с вами далее. У нас предпоследний этап на заводе. Ох, ох, ты посмотри. Хилбот. Ремонтный бот. 68 уровень. Фулл звезды. Все дела. Навороченный. Такой, знаешь, в маске. В очках. Ну, елки-палки, прям секретный агент. Хорошо, давай посмотрим, из чего он сшит. У нас есть прыгун как раз для этих хилботов. Все должно быть у нас под контролем. Сейчас мы, ребятушки, сделаем тут им диверсию. Ну, ну что ты вышел? Ну куда ты вот вышел, а? Скажи вот мне. Опс, опс, подожди, подожди, подожди. Вот здесь вот надо вот так делать. Ага, хорошенько. Чик. Слушай, блин, он бомбанул. Ой-ой-ой-ой, хилбот идет. Вот здесь нам прыгун. Прыгун, ё-моё, да что ж ты. А хотя бы ФГшки. Да ладно. Вы завязывайте так шутить-то, ребятули. Ай, блин. Все равно порвем. Порвем их. Блин, хилбот. Мне не нравится вот этот хилбот. Опс. Циркулярочка, да, полетела? Довольно некисло. Вот что мне нравится, так это вот отражение у мага-воина. Когда ее атакуют, она наносит противоположный урон. Так, тихо, давай-ка вот так сделаем. А? Что вам? Нравится? Да я вижу, что нравится. Нравится вам проигрывать? Так, забираем манну. Оборотень что-то не может даже... Да, с щитобойцем справиться. Странно как-то. Так, что мне нужно сделать? Ведьм, что ли, вызвать? А что, давайте вызовем, попробуем. Если сейчас не успеем забомбить, то я вызову ведьму.
Ну, родная, ну. Вот так вот. Сделаем вот так вот. Слушай, да, ведьма нам здесь не понадобилась. Мы и так завалили. Ну что ж, отлично. А теперь самое интересное. Это последний этап. Это у нас тут будет босс. И кто? А нет, не термин. Здесь у нас ядерный робот. Слушайте, я вам, знаете, что скажу? Сейчас мы просто их порвем, как тузи-грелку. Никаких абсолютно тут проблем нету. 67-й, 68-й уровень. Фи, для нас это просто, знаете, букашки. Поехали. Я даже, знаете, даже не поморщусь сейчас, раздавлю их. Поехали, смотрите, как сейчас это все будет. Так, у нас этот бот. Единственное, что вот, я думаю, наверное, ведьму придется все-таки вызывать нам. Без него будет сложновато. Так, копим с вами в первую очередь, естественно, максимальное количество маны. Опс, тихо, погоди. Погоди-ка, погоди-ка, давай мы, наверное, вот так вот сделаем. И... Черт. И пока ничего больше. Ага, хорошо. Вот сейчас будем вызывать ведьму. И ведьма тут уже покажет, кто прав, кто виноват. Хорошо, ну-ка, вот так вот, чтобы не буянили здесь. Ведьма, естественно, начинает плодить зомбарей. Нас ураганчик навестил. Вот так. Ну что, я могу сказать, тут вообще изи-катка просто-напросто. Он еще даже своего босса не вылупил, а мы уже базу бомбим. Так что, роботы, прощайте. Вот так вот. Вот так Рэй делает. Ладно, ребятули, мы этот уровень прошли. Забираем, естественно, сундук робота и смотрим. Да, как-то вот... Ну, база мне, в принципе, нафиг не нужна. Вот щитобой, ну ладно, хорошо. Поехали дальше. Тихо ты, куда это перенесла-то нас. Ну что же, земля нежити, поехали. И тут у нас некро и зомби. Я возьму... Слушайте, а давайте вот этой командой поиграем. Или же... Ну да, тут у нас много энергии, так что почему бы и нет. Нам нужно... Ну, сегодня вряд ли мы, конечно, пройдем. Полностью я имею в виду эту карту до телепорта. Вряд ли у нас получится. Ну, нежить мы должны с вами здесь забомбить. И то, если все пойдет как надо. Ну-ка давай. Голем. Ну, некро, ну что ты? Ну что ты, что ты, что ты, что ты, что ты? Вот так вот. Да выеживалась. Ой. Некро, некро. Это еще пускай радуется, ребят, что я Джаггернаута не призвал. Если я его призову, а я его призвал, все, тут будет жесть. Нате вот вам. Джаггернаут в последнее время меня вообще радует. Вот честно вам скажу, сколько я играю им, он просто превосходит. И вы знаете почему, да? Потому что у него, грубо говоря, две жизни. Первая основная, и вторая на отхил идет. То есть, когда он отхиливается, он восстанавливается заново. Но даже если не восстанавливается, он все равно, ребята, мешает противнику продвигаться. Так, сори, ребята, отвлекли меня маленько. Оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо, куда, блин? Ё-моёшечки. Что-то для меня это нежданчик, мне нужна срочно ниндзя. Так, ниндзя, давай, бомби. Эту мышь, вот так вот. Хорошо. Хотя, на самом деле, ничего хорошего. Ну-ка, давай вот так вот. Ага, прокатило. Так, дальше что мы делаем с вами? Давай еще одного Джаггера призовем. И... Ну да, молотильщик, в принципе, должен основную работу сейчас сделать. Молотильщик, давай, 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 бомби базу, родной ты мой. Давай, 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 прожигаем, 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 ребята, ну. Да что ж вы там раскисли-то? Есть! Вот так вот. Отлично, хорошо. Третий этап, и здесь у нас прибавляется уже зомби-камикадзе, да? И все, больше ничего нету новенького. Поэтому поехали. Не будем, как говорится, долго здесь раздумывать, а сразу будем атаковать. Вперед, как говорится, ребятушки. Ребятулечки. Ну, что-то никого не вызывает, странный он какой-то. Ага, вот, вот, начал. Ладно, я вызову ниндзю. Интересно, успеет она забомбить его? Должна, по идее, да? Да. Хорошо. Ой, а вот здесь вот плохо. Сейчас эти скелетики... Да ёпперсете. Блин, немножко не то.
А если мы вот так вот... Упс! Ха-ха-ха! Завамбашили. Кстати, ребят, вот меня удивляет, да, в комментариях. Ты говоришь только про эту игру. В плане я только про эту игру. Если я в эту игру играю, я про нее и говорю. А про что я должен еще-то говорить? Вы меня иногда удивляете своими комментариями. Так, хорошо, давайте забомбим. Забомбим уже, давайте на ускорение. Ёлки-палки. Вот, вот так вот сделаем. И я еще и фаерболом. Да. Слушай, я вообще думаю, что мы сейчас легко здесь все пройдем с вами. У нас уже предпоследний этап. Так, вот здесь добавляется призрак. В принципе, нам на него глубоко, как говорится, глубоко и далеко. Ладно, сделаем так. Оставляю я эту команду, да? Ниндзя, конечно, будет под ударом, под большим, от вот этого привидения. Но зато я думаю, что основной вот массой своей мы пробьем. Пробьем оборону и забомбим, как говорится, замок. Так, давайте приступим потихонечку. О, ай, фу ты, елки-палки, блин. Привидение это меня уже второй раз уже накалывает. Так, вот следом за големом нужно отправлять обязательно ниндзю. Черт, давай пролетай быстрее, призрак. Вот так вот. И отправляем Джаггера. Не-не-не-не-не-не-не-не, да как же ты так... Ниндзя, ёпрсте, ты... Слушай, ребят, мне надо... Вот так, пришлось уже сделать. Иначе расколбасили бы здесь нас. Так, секунду. Ну что, друзья, продолжаем играть. Вы, извините меня, отвлекают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Фух, чуть не прозевакал, ёлки-палки. Так, хорош буянить. Сколько у нас времени? 1,5 минуты, отлично, есть время. Поэтому я думаю, что мы сейчас с вами справимся. Просто отвлекает, сегодня какой-то у нас денек не задался. Всем я нужен, я сегодня на расхват. Так, подожди-ка секунду. По-моему, как-то громковато музыка играет, да? Давай-ка мы сделаем. Вообще выключил, вот так вот. Так, продолжаем. Так, меня здесь напрягает сильно некро, если честно. Ну и вот эта вот чумная мышь летучая тоже. Слушай, надо что-то придумать. Нам либо деда вызвать, как вариант. Блин, минута остается. Давай попробуем накопить на деда. М? Что скажете? Вот так вот. Это для начала. Ну-ка, голем, не подведи меня. И надо будет... Блин, я боюсь, на деда мы не успеем накопить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж тут происходит? Все. Мы получили повреждение по базе, соответственно, ребята. Мы слились. По-другому это не назвать. Ладно, ускоряемся. Это все из-за того, что ребята меня отвлекли. Я, как говорится, сбился. Забыл, что нужно сделать. Извините меня, на 2,5 часа такое отвлекалово. Я думаю, что вам бы не понравилось, если вас настолько бы отлучили от игры. А потом вернитесь и продолжите с той самой минутки. Хорошо, ладно. Запрос. Ага, отлично. Ну, давай прикинем. Эта команда не зашла, да? У меня даже вся энергия накопилась. Вы посмотрите, сколько я отсутствовал. Вся энергия на всех отрядах накопилась. Значит, мы будем с вами, скорее всего, вот этот отряд брать. И, как говорится, раздавать бесплатных звездюлей. Да-да, на этот раз им не выкрутится. Полюбаську я вам говорю. Поехали. Сейчас мы это будем с вами... доказывать. Чумная мышь нам уже здесь не в указ, потому что у меня есть маг-рыцарь. Также у меня есть прыгун. Ой, что я жду, елки-палки. Жду, как говорится, у моря погоды. А ну-ка давай посмотрим, как у нас сейчас здесь пойдут дела. Ну, мышка, сдохни. Пока, родная. Ага, вот и некро. Как же нам быть, а? Ой-ой-ой-ой, некро здесь, конечно, жестит. Очень жестит. О, отлично. Всадник на журавле, кстати, довольно неплохо справляется, да? А вот с чумной мышью нет. Справился, ну и сам погиб. Ладно, хорошо. Предположим. Минус мышка. Я, короче, коплю энергию на ведьму. Давайте-ка так сделаем.
Хотя, может быть, она нам даже здесь и не пригодится. Сейчас проверим. Вот так мы сделаем. Отлично. Вот и ведьма вышла. Все, ребят. Грубо говоря, здесь победа уже будет за нами. Потому что ведьма свое дело сделает. И никто ей здесь уже не помешает. Тем более, тут у меня всадник на журавле потихоньку бомбит базу. У нее, не забывайте, есть отхил. О, все. Вот так вот. В принципе, без проблем мы с вами победили. Но это еще ерунда. А вот это уже будет жесть, вы посмотрите. Тут у нас и жнец 4 звезды 69 уровня. И не забываем еще про привидение 70 уровня. Елки-палки, плюс еще зомби-камикадзе. Так, ну что же, нас этим не испугаешь, верно? Верно, поехали. Или испугаешь? Ладно, сейчас посмотрим, как у нас пойдут дела. Выживем, это значит будет хорошо. Не выживем, будет очень плохо и очень обидно. Так, ладушки. Я коплю, сами знаете, на кого. Началось. Так, для чего же нам сделать? Давай вот так вот сделаем, для начала. Так, мне срочно нужно вызывать ведьму. Просто срочниковски. Ох! Ничего себе! Ведьма! Есть! Шикарно! Ну что ж, теперь повеселимся. Теперь-то уж мы точно повеселимся, поверьте мне. Так. Замечательно, идем. Так, тут у нас некр появилась. Ладно, она нам тоже ничего страшного не сделает. Не должна, по крайней мере. Хорошо. Взрыв. Все идет под контролем пока. Пока под контролем, ребят, я вам сразу говорю. Все, мы уже бомбим замок. Что-то он не вызывает своего босса. Что-то странное тут происходит. Ага, вот и жнец. А вот это уже плохо. Ох, как мы его быстро раскромсали-то, а? Он даже ничего не успел сделать. Он просто что-то там пикнул, и все, и слег. Вот так вот. Ну, кто еще скажет, что я не молодец? Ребят, все отлично, все великолепно. Я очень этому рад. Естественно, мы с вами забираем сундучок нежити и смотрим, кто нам выпадет отсюда. Слушайте, прекрасная карта прыгуна. Плюс 8 гемов. И мы с вами переходим. Это у нас, по-моему, нефритовая долина, если я не ошибаюсь. Да-да, именно одна. И здесь нас поджидает Ронин. И всадник на журавле. Слушайте, я, наверное, вот эту команду дальше так и оставлю. Поехали. Ну, давай. Так, я боюсь Ронина. Это единственный, кто мне сейчас может тут очень сильно навредить. Давай проверим. Вот именно. И все, и мне никого выставить. Вот это жесть. Да. Ладно, уничтожай базу, фиг с ним. Не буду даже тут сопротивляться. Короче, не прокатывает вот это вот. Вот эта вот каточка, она не идет, ребят. Поэтому я предлагаю взять, где молотильщик. Да, молотильщик нельзя. Она здесь больше подойдет. Вот эта катка. Да. Думаю, будет в самый раз. Давайте проверим. Слушайте, ну как же я... Блин, как же я вот ненавижу Ронина вражеского, а? Кстати, может быть, мне надо самому взять себе Ронина, а? Я его раскачал, кстати, между прочим. А ну-ка, давай с молотильщика начнем. Ты смотри, а? Ну ты посмотри, что вытворяет он, а? Ну-ка. Голема-то ты так... Или возьмешь? Или во... Да ну, хорош! Ребята, это жесть просто-напросто. Ёпарасоте, вот это да. Вот, слушайте, я беру Ронина. Угу. Я беру Ронина в этот отряд. Это фигня какая-то, извините меня. Ну такое кромсалово. Только вот вместо кого? Вместо голема, в принципе, да? Или же вот здесь вместо прыгуна. Давайте-ка попробуем. Если... Мы с вами уберем здесь прыгуна. Так вот, да? И возьмем... Подожди-ка, мне для того, чтобы взять, мне нужно его убрать вот отсюда. Да, ребята, с Рониным у нас ничего не получится. Он у нас на тренировке, я не имею права его оттуда забрать. И что же получается? Получается ерунда какая-то. Что же мне тогда делать?
Давай предположим. Слушай, но они будут моментально уничтожать моего, извините, мечника, да, черного. Оборотень, оборотень. Я даже... Здесь кто у нас? Кстати, можно попробовать вот этой командой. Давайте-ка рискнем. Рискнем, как говорится, своим здоровьем. И попробуем отстоять. Тут у нас есть самурай. Тут у нас есть щитобот. Должны справиться. Но не факт. А мы попробуем. Так, 150. Не, давай вот так вот сделаем. Соточку. Ага, вышел. Теперь вот так. Ну-ка, посмотрим, к чему это все приведет. И я еще вызываю щитобота. Слушай, ну это очень больно. Согласись. Ты смотри. Оу, с удара. Ёпрасоте. Слушай, да как тут можно вообще противостоять этим? Придется проигрывать. Жесть какая-то. Ха, зашибись. Что ж тогда нам делать? Слушай-ка. Я не знаю. Ни одна из команд не подходит. Ты понимаешь? Ни одна. Здесь бы вот Джаггер бы. Короче, давайте попробуем еще разок вот этой командой. Если мне вызвать Джаггернаута, успеть как-то, я не знаю, каким макаром я должен это сделать. Ну, постараться нужно. Тогда все будет хорошо. Блин, вот это да. Давай попробуем по-быстренькому. Только не выбегай. Ага, хорошо, хорошо. Он идет у нас так обычно. Так, давай, давай, давай. Теперь есть. Теперь Джаггернаута нужно нам призвать. Джаггернаут, вот, все. Вот теперь хорошо. Так, а вот это вот не надо нам. Всадник на журавле, иди отсюда, пожалуйста, а? Не мешай нам. Опс. Замечательно. Вот согласитесь, что Джаггернаут здесь просто вообще красавчик. Сейчас отхилится и оживет, смотрите. Оп. Красотуля, да? Вообще шик и блеск. Вот почему я и говорю, что Джаггернаут рулит. Вот так вот. Но это только первый бой из, извини меня, 5 боев. Так, ну что же, продолжаем. И кто у нас здесь прибавляется? Ну нет, только не Терракоша. Только не Терракоша. Но, как видим, к этой бригаде еще и Тараконовый воин, который 68 уровня. Но хорошо, что у него хотя бы 4 звезды, а не 5. А то было бы вообще жестко все. Ладно, попробуем здесь выстоять. У нас просто, знаете, идет игра на выживание. Так, ждем, ждем, ждем. Кто сейчас пойдет? Давай я вот так вот. И, если что, вызываем голема. Или Джаггернаута. Ты посмотри, что он сделал. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же это... Оп. Фух, срубил, да, почти сразу же, нет? Ну, почти, ребята. Ой, это плохо. Блин, Терракоша выжил. Терракоша выжил. Блин, нанесли, да, нанесли, ребята. Урон, к сожалению, мы с вами получили по базе. Хорошо, давайте просто хотя бы здесь отыграем свою роль. На ускорение я поставлю. И посмотрим, что у нас здесь получится. Так, деньги не успел взять. Ну-ка, Джаггернаут, давай. А если мы вот так вот? Шикарно получилось. Заморозка. А что, заморозка не действует, что ли, на этого? На всадника, на журавле. Получается, да, не действует. Хм. А вот это плохо, что не действует. Так, давай-давай, продолжаем. Иди отсюда, там хайкает он мне. Ураганчик. Давай-давай-давай, пробивай. И заморозка. Ну что, ребят, даже если мы здесь выиграем, наша основная цель в следующем раунде — чтобы по нашей базе не был нанесен урон. И тогда у нас все будет хорошо. Но это очень тяжело сделать, но постараемся. Надо постоянно контролировать Ронина. Постоянно. Нельзя давать ему ни малейшего шанса. Так, я жду, я готов. Давай начнем с циркуляры. Сейчас опять же будет, да, всадник на журавле, я на это понимаю? Или нет? Точно. Точно, он не меняет схему, он... Все по старой. Что же делать? Давай попробуем с вами на ниндзя накопить.
Ниндзя сейчас убьет всадника на журавле. Хорошо. Отлично. Пока неплохо, я вам скажу. Вызываем еще одного джиггернаута. Пошли отсюда. Ух, Ронин, ты вышел обычно. Даже без кия. Ну, ладушки. Ну, давайте, давайте, давайте. Базу уже добиваем полностью, полностью. Там последний удар остались. И... есть. Слушайте, да. Да, джиггернаут все-таки здесь хорош. Фу. Ну что же, переходим вот сюда и смотрим, кто здесь прибавляется. Ой, елки-палки, 69-й Ронин. Вы знаете, что это значит? Это означает, что он будет выходить, наверное, постоянно в неистовстве. Плюс еще тигр. О-оу. Ну ладно. Нам, как говорится, делать нечего. И деваться нам некуда. Мы будем дальше противостоять этой орде. Так, ждем, ждем, выжидаем. Сейчас, наверное, побежит Ронин. Хорошо, что он просто вышел. Отлично, ребят, отлично. Сейчас я выпускаю джаггернаута. Интересно, он сразу его снесет? Ну, я вам скажу, неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. Так, я выпускаю голема. Ой, замечательно, как сейчас было-то. Значит, я могу даже накопить с вами... Тихо. Иди отсюда. Нервирует. О! Да ладно тебе, блин. Давай, 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 давай. Этого. Да всадника ты вали, вот. Вот теперь правильно. А мне, ребятули, нужен дед, скорее всего. Хотя, может быть, уже и не нужен. Сейчас попробуем вызвать его. На всякий случай, да? Ну-ну-ну, дай ману, дай. Все, дед вышел. И я вот так вот добиваю. Слушайте, вот постоянно вы заметили, как я только вызываю своего босса, он начинает проигрывать. А здесь кто прибавляется? О, Вуджен. Вуджен, 69 уровень, 4 звезды. Ох. Ой, а у меня здесь энергия кончилась. О-о, и что же вы прикажете мне делать? И я даже не знаю, что и сказать вам по этому поводу. Нет, я, конечно, попытаюсь вот этим отрядом справиться, но это будет очень тяжело. И повезет нам только в том случае, если Ронин не будет выходить в бешенстве. То есть будет идти ровно, тогда да, все будет под контролем. Даже несмотря на то, что здесь Вуджен. То есть мне нужно накопить на мага-воина. Но перед этим я выпущу вот этого черного рыцаря выпущу. А уже потом буду мага-воина вызывать. Ого, вот он даже как сделал. Это для меня что-то новенькое. Почему ты ракошу он решил выпустить в первую очередь, а? Вуджен, успокойся. Все, я вызываю ведьму тогда. Я буду вызывать ведьму. И тогда все, здесь будет мхана. Поехали. Ну, так еще сделаем. Опс. Сейчас будет жесть, смотрите. Сейчас что будет тут происходить. Сейчас будет моя армия зомбарей, естественно, увеличиваться. Карточка вот Джена. Ой-ой-ой-ой, я не завидую, не завидую врагу. Раскромсалово пошло. Так, тихо, давай-ка вот так сделаем. О, ускорение еще. Все, разбомбим сейчас базу в секунды. Четко. Вот сейчас получилось вообще четко все. Ну что же, последний этап у нас здесь. Смотрим... Да, здесь босс каверзный, причем не забыл. Ох, ёпарасоте. Тигр, фул звезды, 71 уровень. Вуджен 70-го. Слушайте, здесь победит, знаете кто? Это тот, кто первый призовет босса. И надеюсь, что это буду я. Поехали. Не хотелось бы мне здесь сдуться. Попробуем. Будем стараться с вами. Вот, кстати, вот в предыдущий, да, бой до этого, который был, вообще идеально все у нас получилось. По красоте, я бы даже сказал бы. Оу, не-не-не-не-не-не-не, куда ж ты гонишь-то, куда ж ты гонишь-то? Парень, ну ё-моё, ну все, по базе урон нанес. Все, тут можно проигрывать, ребят. Бесполезняк. Почему? Ну ведь догадывался, что побежит, а? Ладно. Давай попробуем, что у нас из этого получится. Ребят, специально поставил на ускорение.
Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Он уже вызвал босса. Вы видите, да? Что тут происходит? Ладно, давай мы вот так вот сделаем. Я хочу ведьму. Вот сейчас посмотрим. Видите, вот у меня ведьма есть, да? Посмотрим, что будет. Так, ману заберем. Босс, естественно, упал у врага. И дальше мы просто его разберем. Смотрите, как это будет все вообще замечательно выглядеть. То есть вся проблема только лишь в Ронине, который выходит в бешенстве, да, и, соответственно, наносит урон нашей базе. Если бы не он, мы бы здесь прошли бы вообще без сучка и задоринки. Вот как сейчас, в данный момент. Да, но мне придется переигрывать. А если у меня энергия-то? Я вот что-то не посмотрел. А энергии-то у меня как раз и нету. И что же мне делать тогда? Что же мне тогда делать? Хм. Вопрос, конечно, интересный. Вот этим отрядом, что ли, идти? Ну, это как-то... Ну, этим отрядом, я думаю, что вряд ли что-то здесь могу сделать. Хотя я попробую, конечно. Но я сомневаюсь. Во-первых, здесь очень дорогие юниты. Это раз. Во-вторых, вы посмотрите. Сейчас вот если выбежит опять Ронин вниз, то, естественно, он нанесет опять урон по базе. И опять все это... Нет, он вышел ровненько. Значит, мы с вами вызываем паладина. Вызываем паладина, а теперь мы с вами... Слушай, а король мне здесь не поможет. Поверьте, король мне здесь не поможет вообще никак. Вызываем баллисту. Вызываем баллисту. И вот так вот начинаем. Оп. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тигр, а шел бы ты, а? Шел бы ты своей дорогой. Я вызываю еще одного паладина. Ты посмотри, мы тигру практически ничего не делаем. Он просто разносит всех в пух и прах. Сейчас Вуджен начнет бомбить. Оу. И босс уже вышел. И уже вышел босс, к сожалению. Ну и что же мне тут делать? Вы хотите сказать, чтобы я вызывал этого? А если вот так вот заморозку? Ну сейчас посмотрим, что тут получится. Он не подпустит меня к себе, поверьте. Сейчас запинает моего рыцаря, короля Артура, скажем. Да. И результат один. Полный фейл. Хотя так начиналось вроде бы все неплохо, да? Ой, жаль, конечно. Очень жаль, что вот так вот все вышло. Нет у меня нормальной колоды. Именно играбельной. Именно вот для этой пачки. Очень жаль. Расстроился я даже немножечко. Вуджены, они просто мне сейчас ничего не дадут. Не дадут житья. Смотрите, они запуливают своей магией. Плюс еще этот тигр. Еще один Ронин выбежал. Соответственно, а вот так вот мы делаем. Предположим, да? Ой, а у меня... А кем я тут буду? Мне даже некого выставить было сейчас. Нет, проиграли, конечно. Слушайте, давно я таких серий не видел. Пропащих, вот честно вам скажу. В этой серии я проигрывал, наверное, больше, чем за всю свою игру. Вот в одной только лишь вот этой серии. Это просто жесть какая-то. Да... Все виновато, когда меня отвлекли. Вот меня отвлекли, и все. И у меня, видите, игровой настрой сбился. Надо было не продолжать, наверное, снимать. Ну а как не продолжать, ребят? Ну что это за бред, да? Как говорится, ищем для себя оправдания. Нету нам никакого оправдания. Нету. Мы обязательно с вами встретимся в следующей серии и надерем задницы всем этим врагам. Всем. Кто у нас там? У нас последний этап на... Терраконовой долине. Тем более, давайте заберем сундук, посмотрим, что он выпадет здесь. О, всадник на журавле, это хорошо. Ну что, дорогие мои друзья, у нас, кстати, останется, посмотрите, вот здесь пройти, да? До пройти. И еще один участок. Это люди. И потом портал. Но это уже будет у нас уже в следующей серии. Так что, дорогие мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Yeah.